Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Ну и вот, Бабян, короче, я ему говорю, ставь все на белое, черное не выиграет. Нифига, он говорит, не, Димон, черное выиграет, давай поставим туда. Ну мы, короче, все поставили, все, что было, и что ты думаешь, Бабян? Все проиграли, ну так вот это, и все. Подожди. Ну? А вы в шахматы играли или в шашки? Какой? Футбол, блин! А, футбол! Мячик-то! Он черно-белый у нас такой был, в клеточку, ага. Блин. Ну и все проиграли, блин. Понятно, блин. Надо было меня... Мужики, чё вы тут базарите без умолку? Ну, обсуждаем, Андрюха, как я там в футбол играл в молодости. Ха-ха, я, короче, с гвардами поговорил, это наш столик, можем хавать. А, ну все, парни, честно, чё-то мне даже есть не хочется, тут все с плесенью, с придурью. Да, да. Шаурма нормально, вроде, давайте, мужики, хавайте, чё вы. Ну не, Андрюх, но... Смотрите, сзади на столик есть, там пончики, вроде как сегодня свежие привезли, может это, по одному захомячим. Ну давай, парни, только аккуратно, блин, чтобы гварды не увидели. Давай. Так, Бабян, ну-ка встань вот так вот, спинкой прикрой. Вот так вот? Все нормально, все, я съел, пацаны. Я сказал, все, туда мужики, зря вы так, шаверма очень вкусная. Ладно, парни, знаете, что я предлагаю? Давайте попросимся у гвардов в камеры, потому что сегодня у нас выходной. Сегодня мы ничего не делаем для SCP-фонда, не моем полы, Бобис не облизывает унитазы. Андрюха, как всегда, там не подбирает какашки, так что можно поотдыхать, парни. Да, согласен. Ну все, погнали. Ага, давайте только у гвардов отпросимся. Давайте, давайте. Здравствуйте! Д-класс! Номер 555, овершоу, отпрашивается у мистера гварда в свой номер. Можно ли нам пройти? Да, конечно, можно. Ну все, спасибо, на связи. Стоять, только сейчас все дообедают и пойдете со всеми. А можно нам? У нас выходной, мы спать ляжем. Ждать всех, я сказал. Ну ё-моё, ну может Мона? Ладно, беги быстрее. Все, парни, погнали, я договорился, гол. Нифига себе ты красава, слушай. Крутой, блин. Ага, блин, знаете, вот парни, сейчас вот спать лягу и все. Ага. Лягу. Да, ой, а куда нам, блин, мужики? Да туда, туда, сейчас нас пропустят. Думаешь, Андрюх, ну давай. Давай открывай, слышь. Не знаю, как вы, мужики, но я сейчас спать, короче, сразу лягу. О, блин, ё-моё. Да, что-то меня вообще тревожит. Что-то пончики, походу, тоже, блин, были просрочены. Ой, парни, ой, что-то это... Ой, мужики, слышите? Чего? Чего? Меня что-то мутит. Я, короче, спать, Андрюх, давай. Офигеть. Блин, я что-то тоже фигу, пойду на толчок сяду. Что-то до кровати, походу, ой. Даже не до... А, ё-моё, капец, Бобис, мы наручниками схвачены на стуле, блин, тут какой-то таймер на наручниках. А, дуре. Ох, ё-моё, где мы? А это еще кто? Мужики! Андрюха, ты тут тоже? Да, почему вы связаны, что происходит? Я не знаю, мужики, на наручниках какой-то таймер, скоро, походу, отпустят руки, можно будет встать. Взорвемся, блин. А что это там происходит? Я не знаю, парни, что за фигня, блин, происходит с ним? Это что? Это что, троллидж? Походу, это тролль, Андрюха, троллфейс, самый настоящий. Мужики, чего? А почему все краснеет? Рядом с нами что, он светится красным? Блин, капец. Я не знаю, какой-то шарик появился, парни. Капец, он там резал мясо. Мужики? Мужики, у вас тоже отпустило руки? Да. Да, отпустило. А можно встать попробуй? А ну-ка. Давайте попробуем. А, я встал, парни. А, ой, блин. А чё это? Встал. Парни, чё это такое? Давай пойдем посмотрим. Капец. Это чё за фигня? Чё здесь происходит? Стоп, парни. Стоп. Идите сюда. Чё? Я знаю. Мы когда вырубились все в камерах, это походу... SCP-фонд нам в еду подсыпал что-то. Может, это эксперимент какой? А может, это глюны? Слушайте, мужики, тут подняться можно, посмотреть. Парни, погодите, это что? Тролль-пожиратель, что ли? В натуре, капец, он огромный. Что делать? Давайте бегать куда-нибудь. Парни! Димон! 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 Бобис! Мужики, ребята! А, ё-моё, блин!
А, капец! Чё он сделал со мной? Ох, ё-моё! Фух, отпустил! Офигеть, блин! Вот это да! Ё-моё, чё это было, блин, такое? Димон! А, Андрюха Бабян? Здорово! Тебя чё это тоже выкакало, а? Он чё, нас выкакал, этот монстр? Блин, походу... А да, я воняет, думаю, капец. Откуда мы летим, блин, реально выкакал, блин, парни, тут вода ядовитая. Все, он улетел, я видел, короче, вон в ту сторону, в горизонт, парни, мы можем жить спокойно. Так, все, туда не пойдем, мужики. Конечно, давайте выбираться отсюда, что-то какой-то непонятный вообще эксперимент SCP-фонда. Какой-то монстр нас сожрал, потом выкакал, и мы в каком-то непонятном месте, парни, находимся. Это точно! А вот, смотрите, парни, какой-то корабль, гоу туда! Серьезно, пойдемте на корабль сходим. Так, только вода, парни, ядовитая, ой, аккуратно! Ой, по трубам! Ай! Ё-моё, надо сюда, мужики! Куда, ой. Андрюха? Да вот сюда поплыли, зарезайте! Так, Бабян, я сейчас перепрыгну, мужики, ловите меня! Тихо. Ща я! Бабян, лови его! Ща! Фух, давай! Хать-та, нормально! Хорош! Так, давай! Паркур, паркур, новое движение, ё-моё! Отлично, парни, так, смотрите! Это какая-то заброшенная станция на плаву, парни. Интересно, чего делали здесь? Кстати, тут можно поселиться, если что, на время. Там да. Собака, мужики! Блин! Собака? Ну-ка! Да, я сейчас так руками! Так зажарить! Ну, осторожно, ты чё, выйди, там две собаки! На, блин! Какой я зажарить, друг Андрюха? Ты видел, как они выглядят? Они какие-то мутанты, выбежала. Блин! Реально, они как будто мертвые, но живые, парни! Ну не бонусы же есть, правильно? Ну тебя, все правильно, тебя съедим! Почему меня? Ну самый ты у нас пухленький, блин, вкусный! Надо давай эту собаку, ё-моё, на прогибы! Фух, парни, отлично, если, блин... Еще такие собаки будут, парни, я не хочу с ними драться, они какие-то опасные, блин. В натуре, блин. Это ага. Наша точка, мужики. Так, давайте посмотрим, что тут, парни, надо осмотреться. О, чего? Как раз будка для Андрюхи, хоп. А, точно, и Андрюха, чё? Для тебя, блин, будка. Тут пройти можно, шеф. Ну а что стоишь, проходи, блин. О, парни. Там, тихо, тихо, мужики. Там чувак, блин, мертвый, а ну. Блин, страшно. Ё-моё, все в крови, может назад? Ну-ка, погодите, давайте назад. А там у него какой-то ствол, смотрите. Там, в натуре. Пушка, парни, нифига. Не достаешь? Не, никак, блин. Может, подсадочку? Не, давай. Погоди. Другой вход, может, есть какой, слышь? Давайте по зыкам обойдем этот корабль. Офигеть. Или что это вообще? А ну, вот. Это корабль, станция, чё там? А, о, парни. Этаж. Так, давай сюда. А, блин, а как тут, мужики? А тут не ну пройти, давайте парни. Давайте обойдем-то. Так, давай обойдем, давай, Андрюха. Аккуратно. Бабян. Ты что тут делаешь? Мужики, там, короче, можно через окно залезть. Через окно? Нифига себе, а тут... А вот, Андрюх, тут можно, если что, слышите? А, вот и окно, Бабян. Да. А как, блин, парни, сюда залезть-то? Ну-ка, а? Давайте за мной, тут через ящики, походу, можно забраться. Так. Видите, ящики. Ага, ну давай. А, так тут лестница, смотрите. Да. Тут ты, ё-моё, блин, парни, ну вы даете. Так, я, парни, а здесь. Шалеть. Я залез, блин, сюда. Вы где там? Ползем. Ну, давайте. О, парни, тут мачете, блин, нифига. Это, конечно, парни, пригодится, но там был дробовик, по-моему, у чувака. Гоу туда. Давай, блин, давай. Тут собаки, ой, парни, ё-моё. Давай, мачете режь, нифига себе, сидит барбос. Фу, слава богу. Так, о, парни, пистолеты. Берите пистолеты, и там он дробовик, мужики. А ну, сейчас я возьму. Мужики. Оп. Чё там, Андрюха? Да это какие-то бандосы, походу, реально, это мафиозники. Скорее всего, ой, парни. Чё там? Тут рука Бабян. Висит. Ё-моё, реально. А там еще собака. О, парни, я ее стреляю, блин, давай. Тут револьвер, мужики, берите, слышите, револьвер. Это мне. Давай, Андрюха, будешь как ковбой. А ну, погоди, Бабян, я того пацана еще хочу это посмотреть по карманам, может, что есть. Давай, гроши. Ну-ка, блин, тут еще и патроны парни оставили, и здесь оставили. Так, ну вроде пусто. Все, в натуре ничего нет. Короче, парни, здесь лучше не задерживаться. Погнали вообще отсюда, Андрюха, текаем. Где Андрюха? А? Да вот здесь, а я здесь. Вы что, потеряли меня? Фу, блин, Андрюха, мы уж думали, ты это, пропал, блин, роднулькин. Да не, я, короче, кармашки искал, только 10 рублей нашел. 10 рублей? Да. Ну и оставь их себе. Че, погнали, парни, блин, отсюда? Ну куда выходим? А где есть выход, кстати? Да вот, давай вот... Че там? Ё-моё, парни! Там этот... Тролль! Посмотрите, у него лицо тролля! Это тролль-пожиратель, мужики! Все, как ты и говорил, а что делать-то будем? Мы его сможем вообще загасить, уничтожить как-нибудь? Я не знаю, он же нас выкакал, зачем он вернулся? Ладно, парни, давайте ему наваляем! На зов говна вернулся! Мужики присасывают! Мужики присасывают! Ё-моё! Аккуратно, парни! Что происходит? Я не знаю, он меня откидывает! Воюйте!
Воюйте, парни, с ним! Воюйте! Надо его уничтожить! Что делать? Я не знаю, блин, парни! Офигеть, вы где? Я у кораблика, парни! Он вроде остановился, слышите? Я на поле, поле! Он меня куда-то откинул, мужики! Давайте где-нибудь встретимся! Так, вон, стреляй! Кто там из кустов стреляет сверху? Бобян! Давай, давай, Бобян! Притаскивает меня, Бобис! Он меня в другую сторону, блин, швыряет! Ааа, ё-моё, что происходит вообще, парни? Капец! Убегаем! Я не могу, он меня сейчас убьет! Он слишком активный, парни! Засасывает! Давайте Димон! Сюда, может, угорок! Ух! Откинул меня! Что происходит, парни? Он то откидывает, то присасывает! Ура! Вы поняли? Фух! Так, Андрюха, где у нас, а, Бобян? Это здание военных, мужики! Я не знаю! Так, а где здание военное, Бобян? Вон, по-моему, сзади это корабль. Сзади еще один корабль! Так, тут еще один корабль! Я не знаю, где Андрюха! Пойдем найдем, вон, по-моему, военная база. А ты сам где вообще? Вот он, стою перед тобой. Может, у кораблика постоим, Андрюху найдем. Слышишь, подождем здесь. Давай, давай, у корабля, может, большого этого? Да я не знаю, блин, давай вернемся к тому другому, блин. Где Андрюха? Давай, окей. Так, где он? Здесь, мужики. Где? Не вижу. Сзади, вот я здесь. А, вот он, господи. А, фу, ё-моё. Блин, капец. Куда, Андрюха, нам? Где там укрытие? Давай спрячемся. За мной скорее. Так, давай, давай сюда, блин. Фу, слава богу. Нашлись. Мы в бошку попали. Я не знаю, он что-то остановился. Стрелял, стрелял и перестал стрелять, блин. Походу, мы ему фингал поставили. Капец, парни, но он то присасывал меня, то это... Отпускал. Фух. Ого себе, мужики, давайте сюда быстрее. Ой, как думаете, этот тролль-пожиратель всех съел? Да, походу, да. Может быть. Ё-моё, блин, вот это опасно. Так, парни, я думаю, в здании мы можем переждать, если что, правильно? Ага. Все правильно говоришь. Фу, блин. Тут достаточно безопасно, парни. Смотрите, я обратил внимание, здесь горят лампы. Скорее всего, тут есть электричество. Люди, наверное, здесь есть какие-нибудь. Обернитесь, мужики, обернитесь. Вон он. Что там? В окне, смотрите. Господи. За нами, что ли, идет? За нами. Он конкретно хочет нас убить, парни, наверное. Блин, достал. Мы же не справимся, мы не сможем его убить. Что он засасывает? Мужики, засасывает. Блин, этот тролль-пожиратель. Бобян, аккуратно. Бобян, уходи. Бобян. Ё-моё, парни. Димон, где Бобби? Я не знаю, где Бобби. Андрюха, тут этот тролль-пожиратель, он, походу, убил Боббиса. Ё-моё, давайте встретимся. Сейчас, давай, давай, Андрюха, я не знаю, где. Он меня к забору прижал. Бегу, давай, бегу, бегу. Давай встретимся, слава труду. Ё-моё, давай, Андрюха, я бегу. Он Бобяна, что ли, убил, реально? Он его сожрал с концами, походу, на этот раз. Ты видел? Я просто не видел. А вот Боббис. Бобби! Мужики. Боббис! А? Ты жив? Нет. Ты умер? Угу. Андрюха, Бобис умер! Ладно, Бобби, пока! Пока. Капец, блин, он убил Бобиса! Так, слава труду, Андрюха, наверное, здесь. Андрюх! Ты где? Андрюха! Андрюха! Ты где, братишка? Капец, Андрюха потерялся. Потерялся, походу, что ли. Андрей! Диман, я на втором этаже! А, ё-моё, брат, а что с тобой случилось? Капец, он мне разворотил весь живот, братан, этот тролль-фейс. Так, Андрюха, погоди. Мне нужна помощь. Ща-ща, он меня откидывает. Погоди, погоди, Андрюха. Сейчас я попробую, может, какую-то аптечку найти, слышишь? Помоги найти, пожалуйста, я не хочу как Бобис умирать. Так, сейчас, Андрюха, лежи. Короче, блин, надо спасать шефа, у него там срочное кровотечение образовалось. Блин, еще этот глоткопожиратель, тролль-фейс, опасный, блин, тролль-пожиратель. Ё-моё, блин, где мне найти это все? Так, ладно, блин, может, что будет, какая-то фигня. Ой, откинул! Ё-моё, закинули! Капец, блин, нифига он опасный. А-а-а, капец, кошмарит меня. Так, может, что будет здесь? Блин, это дурацкий тролль. Фух, здание, может, тут какая-то аптечка или что-то такое? Нифига себе, тут пацанчики с какими пушками серьезными. Базуки, калаши. Ой, это все надо, может, пригодится. Может, смогу с помощью этого убить... глотку пожиратель этого тролля. А ну, блин. Стоит там, ладно, нафиг, лучше не буду его приманивать этими пушками. Все люди мертвые, всех кожу сняли. Вот это, блин, тролль-пожиратель. Так, тут у нас что? Какие-то ангары, гаражи. Что тут делали, блин? Ученые какие-то. Блин, эксперименты, что ли, какие-то ставили? Это SCP? Или кто? Нет, какой-то медик. О! Вот как раз и аптечка! Спасибо тебе, медик! Спасибо большое! Так, надо возвращаться к Андрюхе, блин! Надеюсь, он еще жив! Он столько крови потерял! Просто жесткач! Андрюха! Блин, наверное, отсюда не слышит. А, услышал! А ну, как тут, блин? Скорей!
Андрюха, сейчас, братишка! Сейчас! Димон, это ты, да? Да, откачался, на! Аптечку! Давай! Легче, брат! Ой, слушай, нормально, давай укол поставь! Сейчас, во, нагинайся, Андрюха! Фу. Давай, я так нагнулся! Фух. Хорошо? Фух, да, все! Да, слушай, гораздо лучше стало, если бы не ты, тут, наверное, помер бы! Андрюха, там это, на улице, этот тролль-пожиратель, он всех уничтожил, я не знаю, что тут происходит, я пушек жестких понабрал, смотри, каких, Андрюха, во! Миниган! Ого себе, слушай, а ты пробовал стрелять с минигана? Ну я чуть-чуть пострелял и все, и убежал. Еще у меня есть, Андрюха, РПГ, блин! Слушай, давай попробуем пострелять, если что, потом просто убегать начнем. Ладно, хорошо, давай попробуем, Андрюха, давай попробуем. Давай, посуетим. Готов? Прям сразу вот так, Андрюха, давай, идем сюда, где он там? Вроде, вон он, Андрюха, вон он! Слышишь? Поджидает, слушай, этот тролль-фейс, пожиратель, Димон, идет! Стреляю, блин, Андрюх, это, походу, плохая идея была, братанчик! Слышишь? Ну, давай попробуй прямо ему в морду стреляй! Ой, опять откидывает! Ё-моё, братан, нифига себе! Капец, он вызывает землетрясение! Так, ты где, братик, слышишь? Я на заднем дворике, блин! Я возле гаражей! Возле гаражей бегу туда, Андрюха, бегу к гаражам, смотри! Димон, смотри, он летает! Все, Андрюха, нафиг, надо сваливать, походу, слышишь? Мы не справимся, давай уходить, ради бога. Давай, куда, погнали, я за тобой! А вот там какие-то краны, давай выбегай! Андрюха, блин, краном к этим! Да, давай! Так, давай, к этим кранам, братик! Ай, камень! Споткнулся, блин! Андрюха, давай! Димон, только не упади, иначе все с концами сдохнем! Капец, блин, может куда повыше заберемся, Андрюха, может не достанет, слышишь? Давай на кран, реально! О, давай на кран, а вот сюда залазить, слышишь? Да, попробуем! А ну, давай! Лишь бы не оборвалась лестница, она ржавая вся! Ай, аккуратно, Андрюха! Так, тихо, тут еще повыше можно, походу! Ай, нет, все, лестница не работает! Так, тихо. Ну-ка. Смотри, ходит. Походу потерял нас, Андрюха. Слушай, подожди, может уйдет отсюда, а? Тихо. Он, походу, на кран не может забраться. Не, братан. Ага. Он караулит. Караулит, но самое главное, Андрюха, мы в безопасности, слышишь? Мы так долго не сможем. Ну, блин, давай дождемся ночи, а ночью попробуем сбежать. Может, он ночью не будет видеть. Слушай, отличная идея. Фух, Андрюха, но пока что мы в безопасности, это, походу, ненадолго, братан, но самое главное, время у нас есть, так что тут и переждем, слышишь? Давай, подождем. Фух. Андрюха, ну чё, ты где там? Да вставай, Андрюха. Всё. Короче, смотри, потемнело уже, этот червяк, он вроде как ничего не видит, Андрюха, но во всяком случае он отвернулся, я думаю, у нас есть шанс, смотри, что я еще заметил. Чего заметил? Когда стемнело, включились фонари. Вон, посмотри, в том ангаре стоят машины, можно попробовать на них уехать. Ну-ка, давай попробуем, только по-тихому. Так, давай, Андрюха, сигай вот на эти контейнеры сразу. Давай. Паркур. Чтобы этот, если что, не заподозрил. Давай на этот, Андрюха. Ай, блин. Не долетел, а я смог. Давай, и по-тихому вниз. Смотри, Андрюха, давай проверим. Хоть бы был бензин, хоть бы они ехали. А тут две тачки, какая-то работа, я думаю. Ну, моя работает, Андрюха, у тебя как? Слушай, моя тоже, только у меня прав нет, не знаю, как ездить. Какие права, Андрюха? Давай сваливать отсюда быстрее! Ну-ка давай, лишь бы не заметил. Газуем, Андрюха, я правда не знаю, куда ехать. Брат, он что-то активировался, братуха! Так, ну-ка, слушай, походу на шум. Куда ехать? Давай ты, я тебя пропущу, едь первый, Андрюха, едь у тебя прямо получше. Уже, едь прямо? Куда-нибудь. Ладно, да, поехали, Андрюха, сваливаем нафиг отсюда! Давай. Все, гоним, Андрюха, погнали! Фух, слушай, Димон! Что, он за нами, газуй! Давай, скорее! Текаем, Андрюха, уезжаем отсюда! Уезжаем! Все, домой! Вы сипифонт! Нет, я еду, Андрюха, домой! А ты помнишь, где ты жил вообще? Да, я жил на улице Пушкина, дом Колотушкина! А, понятно, я в Нью-Йорке! А я в Америке! А, понятно! Да, все, уехали, Андрюха! Фух, слава богу! Давай! Вот это тролль-пожиратель! Натуре! Ну что ж, ребятки, а вот такой вот замечательный видосик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Пишите, что нам еще такого интересного позаписывать в Гаррис Моде, а также в других играх. Ну а мы желаем всем всего-всего самого лучшего. С вами, как всегда, были Оуэр, Фонни и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Всем пока.